Зокрема, будемо говорити, обговорювати ці події з поважними експертами, на включення яких наживо ми очікуємо в ефір 24-го. Одного такого ми вже маємо. Капітан армії оборони Ізраїля в відставці, а нині історик і журналіст Григорій Тамар на зв'язі з київської студії 24-го. Пане Григорію, рад вас привітати. Слава Україні! Здравствуйте, очень рад вас видеть. Я желаю вам скорейшей победы. Большое вам спасибо. И хотел бы вот пораспрашивать, хотел бы, знаете, взгляда со стороны, экспертного взгляда, потому что все-таки, знаете, изнутри оно немножко по-иному все это видится. О чем я? Вот трое суток бесконечных атак ракетами и дронами на украинскую столицу, включая кинжалы и Искандеры. И вот мы в Украине действительно радуемся высокой эффективности противовоздушной нашей обороны. Мы благодарны союзникам за то, что они нам дали. Мы благодарны Израилю за то, что тоже нам этим помогает система оповещения в том числе. Но помогите мне понять, вот как вы оцениваете на данный момент потенциал нашей противовоздушной обороны? Какие у этой системы сейчас нашей, да, вот как она построена, есть слабые и сильные стороны? Дело в том, что вообще войска ПВО — это по технологической сложности третий по уровню сложности род войск после военно-воздушного флота и морского флота. И для того, чтобы выстроить эффективную систему ПВО, необходима координация специалистов самых разных областей и самых разных видов техники. Это может быть один из самых мультидисциплинарных родов войск. Когда началась эта война, именно система ПВО у вас была достаточно устаревшая, ну, условно говоря, позднего советского образца. И вот благодаря помощи ваших союзников и способности ваших военных быстро осваивать новые виды техники, вам удалось, в общем-то, за год с небольшим сделать одну из наиболее эффективных систем ПВО в мире. Если мы принимаем во внимание безжалостность ваших врагов и значительную площадь вашего государства, потому что у вас большая страна, ее достаточно тяжело прикрыть, там много крупных городов. Это, может быть, самое крупное европейское государство, именно в европейской части, если мы рассматриваем. Так вот, единственное, что я хочу в этой связи подчеркнуть, что какими бы ни были успехи ваших бойцов ПВО, и, конечно же, ваши граждане и ваше правительство должны быть крайне им благодарны и признательны за их самоотверженную службу. Однако, какими бы ни были их успехи, победа будет достигнута не войсками ПВО, как мы понимаем, а победа будет достигнута в результате наступательных действий. И прекратятся обстрелы вашей территории не потому, что ваши войска ПВО достигнут максимального мастерства и будут максимально хорошо оснащены. И давайте не будем забывать, что самая идеальная, самая эффективная система ПВО никогда не бывает, что она работает со 100% гарантией. Такого просто не может быть, ну вот по ряду причин. Так вот, достичь ситуации, что ваши тылы находятся в безопасности, можно будет только в том случае, если враг будет знать, что если он будет наносить удары по вашим объектам, то симметричный ответ придет на его территорию. Однако при этом нужно помнить, что вы государство, которое является цивилизованным, которое стремится вступить в европейское сообщество, и вам, соответственно, нужно в такой ситуации стремиться поражать не гражданские объекты, а объекты военной инфраструктуры, центры принятия решений, промышленные предприятия двойного назначения, инфраструктуры различные, там дороги, железнодорожные мосты и так далее. Но в продолжении темы противовоздушной обороны, но в то же время и вот наступательные действия, о которых вы упомянули, одна из версий того, зачем нам нужна противовоздушная оборона, что мы теоретически хотели бы средствами ПВО прикрывать наши, условно говоря, сейчас бронетанковые колонны, да, леопардов, которые пойдут прорывать линию фронта. И вот поскольку авиации у нас нет паритета в авиации с россиянами, то нам нужны вот средства ПВО, которые бы прикрывали эти вот бронетанковые колонны. И вот
мол, россияне с пониманием этого вот три дня подряд и били по нам всем, чем могли, чтобы истощить наше ПВО, чтобы у нас не было теперь вот этих противоракет, которыми бы мы прикрывали наши бронетанковые колонны. Ну, по крайней мере, вот так вот, вот эту версию сейчас очень активно разгоняют российские пропагандисты. Насколько вы с такими предположениями согласны, что им удалось, вот истощив нашу ПВО, все-таки сорвать, может быть, или хотя бы поставить на паузу наше наступление? Ну, тот факт, что для успешного наступления вам необходимы эффективные средства ПВО при ситуации, когда все-таки господство в воздухе пока еще принадлежит российской авиации, но я об этом говорю уже очень давно в самых разных, на самых разных форумах, на самых разных площадках, это азбука оперативного искусства. И одна из причин, почему наступление, до сих пор не началось, помимо всего прочего, ваши войска должны были быть действительно насыщены необходимыми системами ПВО. Но вы знаете, те средства, которые были использованы до сегодняшнего дня, если мы посмотрим, вот даже количество ракет и количество дронов, для удара по вашим мирным городам, их недостаточно для того, чтобы сорвать наступление. Вот подобная гонка, там, кто кого, учитывая помощь ваших западных союзников, она не в пользу россиян. Совершенно отличается применение ракетного вооружения для поражения там, гражданских объектов или для поражения там, энергетической инфраструктуры, либо там для уничтожения танковых колонн. Абсолютно другие виды боеприпасов используются. То есть, допустим, для того, чтобы бороться с бронетехникой, ну, здесь хороши там штурмовики, ударные вертолеты, а не ракеты, там, скажем, калибр, которые несут крупную боевую часть, и там, ну, могут точечно быть применены, но ну, так не используется такой вид боеприпасов просто на поле боя. Так что, понимаете, я думаю, что здесь это продиктовано скорее попыткой российской власти сломить дух вашего народа, сломить, может быть, готовность вашего правительства к активным действиям, подорвать вашу мораль. Вот это, я думаю, они преследуют больше, нежели там попытка истощить вашу систему ПВО. Но если об этом речь идет, то значит, ну, мы можем тогда свидетельствовать ну, какую-то вопиющую безграмотность российских военных. Ну, может быть, конечно, и так дело обстоит. Ну, они нас, в общем-то, много раз удивляли некомпетентностью за эту войну. Но мне все-таки кажется, что не об этом идет речь. Я думаю, что они пытаются сломить дух сопротивления вашего народа, особенно принимая во внимание тот факт, что вы стоите, ну, вполне возможно предположить, накануне решающей победы в этой войне. И если можно, об авиации хотел бы вас порасспрашивать. Мы все-таки в ожидании того, что мы получим эти F-16, к сожалению, не завтра. И, скорее всего, все-таки не будет нам F-16 до нашего контрнаступления. Но, тем не менее, вот израильская пресса дает свои оценки получению Украиной F-16 и вспоминает, напоминает своим читателям, насколько в свое время это кардинально изменило у вас ситуацию, когда армия обороны Израиля первые свои F-16 получили. Но все-таки достаточно большое количество времени прошло с тех пор, и можно ли вот так вот в лоб сказать, что и получение вооруженными силами Украины F-16 настолько поменяет ситуацию, что, может быть, да, нам бы лучше дождаться этих F-16 и уже только тогда пойти в контрнаступление? Ну, давайте, раз уж вы, так сказать, коснулись вопроса истории, то здесь я могу быть, наверное, более предметен. Ну, во-первых, самые славные победы израильской армии одержала на поле боя, не имея F-16. Просто хотя бы даже потому, что это было в тот период исторический, когда F-16 еще не было. Две наши самые такие, ну, громкие победы в войнах, ну, современных, я не беру сейчас войну за независимость, это все-таки было в 48-м году, а вот 67-й год и 73-й год, это шестидневная война и война судного дня. Ну, в шестидневную войну мы вообще воевали французским оружием, когда американского оружия у нас попросту не было, в том числе и самолеты. А когда речь зашла уже о войне судного дня, то тогда только-только начинался вот этот вот период, когда Соединенные Штаты стали предоставлять Израилю различные виды вооружения,
Ну и, в общем, скажем так, вот эта крупная поставка вооружений Израилю, она произошла уже в тот момент, когда на поле боя по войну Судного дня был достигнут перелом. Я сейчас почему так подробно это объясняю? Ну, во-первых, очень так бытует, по мнению многих людей, некая такая теза, что мы тут на карте существуем только потому, что нам Америка помогает. Нам Америка помогает с середины 70-х годов, а все наши вот самые страшные тяжелые войны мы как раз вот смогли выиграть без помощи Соединенных Штатов. Это во-первых. А во-вторых, понимаете, в чем дело? Вот если уже израильской военной истории мы коснулись, то Голда Мейер в 48 году приехала в Америку за несколько недель до образования государства по приказу Бен-Гуриона, нашего первого премьера. И она выступала перед американскими евреями богатыми. И она сказала с тобой знаменитую речь, что мы приняли решение драться. И если придется, мы будем драться камнями и палками. Камнями и палками. И от вас зависит, что будет в наших руках. Но драться мы будем в любом случае. И вот тогда, значит, американские евреи пустили скупую слезу, раскошелились и дали крупную сумму денег, на которую, кстати, нелегальным путем, контрабандой, приобретались различные виды вооружений, в основном стрелковое вооружение, тяжелое вооружение было очень сложно тогда приобрести. Ну, вот такой вот момент. Почему я сейчас это так разжевываю, подробно описываю? Дело в том, что вы должны добиться победы безотносительно, будут у вас F-16 или нет. У вас нет варианта. Вы воюете за свою жизнь, за существование своего государства и за ваше честь и достоинство. Я давно уже говорил, вот еще там год назад, я не знаю, там, когда впервые этот вопрос был, я уже не помню, сколько времени прошло, что, на мой взгляд, вот в ближайшее время, в ближайшие месяцы вы F-16 не получите. По ряду причин чисто технического характера. Однако это совершенно не говорит о том, что вы не сможете одержать победу в этой войне. И как вы совершенно справедливо заметили в начале нашего разговора, вот одна из составляющих вашей победы – это наличие современных систем противовоздушной обороны, которые смогут нивелировать господство в воздухе российской стороны. Помимо этого, вам нужны соответствующие дальнобойные средства огневого поражения, которые смогут с высокой точностью поражения взять под огневой контроль российские тылы, ну, допустим, на расстоянии 300 километров от линии фронта, как минимум, а лучше 500. И вот наличие подобных средств систем позволит вам добиться эффективной победы, внушительной, без того, чтобы нести тяжелые потери. И, конечно, в вашем случае, конечно, жизнь каждого солдата на вес золота, это понятно, поэтому потери вы стараетесь минимализировать. И, кстати сказать, между прочим, стремление к снижению уровня потерь, мне кажется, это один из факторов, почему до сих пор наступление не начато. Я думаю, что ваш главком, который зарекомендовал себя как очень высокого уровня специалист в области, так сказать, военного дела, он вот выжидает для того, чтобы нанести удар именно в тот момент, когда, с одной стороны, у вас будет максимальная концентрация сил и средств, а с другой стороны, российская армия будет максимально дезорганизована, потому что на самом-то деле, я говорю уже о том, что вот несколько недель, может быть, около месяца, начальная фаза наступления, она уже идет. И вот эти все действия, которые ваша армия совершает, начиная от действий диверсионно-разведывательных групп на разных участках фронта вашей армии и ваших союзников, я имею в виду сейчас те события, которые в Брянской области произошли, до использования различных средств огневого поражения по российским тылам, вот это все, я это воспринимаю как начальную фазу